Телеканал КРТ представляє. Ребята пишут в чате. Карась в халаті защищав от нападок КРТ. Вот как вам нравится? Вот сегодня, ну, это мне кажется, было феерически. Мы с тобой так обсуждали, между прочим, что вот бедные ребята, на самом деле, они уже в возрасте. То есть, по большому счету, надо уже заводить детей. Вот, а не носить... Не заводить, давайте. И они вынуждены в жару. Слава богу, что халаты у врачей все-таки белые, а не черные. Они вынуждены в жару в центре Киева, где-то в подземном переходе, переодеваться вот в эти белые халаты с надписью «Палата номер 6» в масочках и бегать по городу Киеву. На самом деле, даже человек, наверное, который в Миньоне, ему, наверное, менее обидно и противно находиться вот, в качестве аниматора. Как раз по этому поводу я вот, Олесь, вот, хотел сказать. Вот, да. Представляешь себе, вот мужик, 35 лет, ну, вроде как уже сложившийся там психически, все. Не сложившийся, по сути. Целая группа таких вот полудурков, они вот бегали в халатах и делали вид, что они там якобы врачи и кого-то лечить пришли. Я, честно говоря, мне их жалко стало. И это, знаешь, вот если вот унижать человека, то, по-моему, СБУшник, который ими руководит, он, по-моему... А их мама говорит, кажется, да вы с моего сына по телебаченню показываете. Я просто представляю вот уровень, как вот он тонко и грамотно последовательно так опускает и унижает этих людей. Ну, во-первых, кроме этого, они ничего в жизни не умеют, как бы это объективно. То, что им уже там... дай Боже, под 40 скоро стукнет, это абсолютно не означает того, что они чего-то в жизни добились, кроме того, как ходить под СБУ или там под МВД или еще под кем-то. Это их хлеб, они так работают. Ну, стыдно, позорно. Ну, не знаю, более уважаемая профессия, намного более уважаемая профессия – это дворник. Это люди, которые мусор утром вывозят, чтобы киевляне и жители других городов чувствовали себя свободно и приятно. А у них вот такая вот работа грязная, такая говняная, простите за выражение, вас все равно скоро лишат лицензии, поэтому можно об этом говорить прямо. И люди они такие, как бы, ну тут никуда не деться. И... просто, с другой стороны, это хорошо, что другие нормальные, адекватные, психически здоровые люди это все видят, чтобы дурь каждого была видна. Вот она, собственно, и видна. Вот Евгений Зотов пишет, националисты – это латентные гомосексуалисты. Давай зайдем с далекой истории. Спартанская армия, да? Там, наоборот, поощряли однополые связи мужчин для того, чтобы они больше выступали друг за друга и ради там своего, тылы грубо закрывали. Говоря, да, ну именно так и есть. Они не как бы не организовывали свои семьи, не рожали детей, а вот любили в прямом и переносном смысле своих собратьев и с ними вместе шли в бой. Когда ты находишься там в тренировочном лагере, в закрытой группе мужчин, с которыми ты постоянно тренируешься, дружишь, а может не только дружишь. Понятно, что возникают самые разные нюансы и моменты. И психологически, ну как бы настроено на то, что мы националисты, мы справжняя нация, тики мы, тики наша вся сила, патриотизм, врятуй нашу Украину. И на этой почве, возможно, я как дипломированный психолог сейчас абсолютно, я вам серьезно говорю, латентные проявления однополой любви, я это называю. Простите, у вас такое отношение? У меня более толерантное к этому всему отношение. Но, тем не менее, как бы, вот есть вот, такие склонности. У меня сейчас, секундочку, картина. Мы когда стояли, там, получается, врачи, ну, условные врачи с одной стороны. Да, а это товарищи с другой, вот они как-то выходили. Вот было бы классно, если бы можно было заснять, как они так соединяются и... Песенка «Loving you». И вот... Сердечко.